Сегодня наш регион принимает действительно очень много гостей, спортсменов. К нам приехало на соревнования 16 регионов. Это всероссийский турнир по боксу. Ребята очень сильные, конкуренция очень большая. Сам пример Алексея Викторовича Тищенко – это очень показательно, это большой пример, как человек своим трудом, своей работой смог добиться успехов, выиграть олимпийское золото и потом через 4 года, не сбавляя темп, повторить этот успех. Поэтому очень важно, что этот турнир мы проводим, и это действительно пример для подрастающего поколения. Смотрят молодые боксеры, молодые спортсмены и равняются. Омские боксеры на домашнем турнире показали высокий уровень подготовки. 6 наших спортсменов вышли в финалы. В женском зачете золото выиграла Альфия Алимжанова. Мы знакомы с соперницей, уже не раз встречались. И как бы я знала, как боксирует, это мне дало, ну, как бы, на дальнейшую работу. Мы с тренером говорили, что нужно в своей манере работать, как мы всегда в игровой встречать, проваливать и подхватывать. Но это и получалось. Первыми двумя раундами вполне довольна. В третьем немножко подустала. Ну, сказывается пандемия и то, что соревновательных стартов не так много было. Еще одну награду высшей пробы в копилку Омской области принес мастер спорта Ара Габаян. Тактика была на дистанции, все в движении, все на ногах. И много ударов кидают, разбрасывают, 3-4 удара. За счет, я знал, что соперник будет идти вперед. За счет этого старался больше всего на ногах двигаться, закручивать, пробивать, цель, что он закручивал. И мне кажется, он чисто выносливости чуть-чуть поддавливал. Ну и как я, конечно. Ну мне как в углу слышно было, тренер орал. Я как-то в третьем раунде собрался, надо до конца довести дело. И победу вырвал. Сезон для меня с радостью нормально начался. Вот сейчас готовимся на чемпионат России, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря. Надеемся там зайти в призы минимум. Также золотые медали оказались на счету наших боксеров Ивана Белозерова и Дмитрия Анисимова. Отметим, что турнир имени Алексея Тищенко – это важное спортивное событие не только для омских боксеров, которые являются продолжателями традиции нашего двукратного олимпийского чемпиона, но и для приезжих спортсменов. Здесь каждый смог проверить свою форму перед чемпионатом России и попробовать свои силы в поединках с достойными соперниками. Приехал побеждать, выполнять норматив мастера спорта. Во втором бою получил маленькую травму. Ну, как бы на третий бой она не прям влияла. И что хочу сказать. Сейчас боксировал с Ильей Богатыревым, трехкратный победитель Европы. Ну, для меня как бы это честь. Ну и что, могу сказать, что он друг мой. Мы с ним вместе в сборной были. Он работает на длинной дистанции. Ну, а я, как видите, низкого роста по сравнению с ним. Ну и надо, пришлось давить его и много ударов наносить. Соревнования хорошо прошли, но 2 боя провел я. Мастера мне не присвоили. Минимум 3 боя нужно провести, чтобы присвоили мастера спорта. Город красивый. Город красивый. Соревнования тоже хорошие. Все понравилось. Этот сезон непростой для всех спортсменов. В какой форме находятся боксеры, оценил олимпийский чемпион по боксу 1980 года Шамиль Сабиров, который выступал техническим делегатом турнира. По первым поединкам было видно, что, конечно, это негативно отразилось на спорте, конкретно на боксе. Многие боксеры потеряли навыки такие спортивные, ведь тренировка и соревнования – это разные моменты. Они должны постоянно быть в этих тренировочных соревнованиях. Все готовятся сейчас к чемпионату России, который состоится буквально там через 10 дней. 26-го, по-моему, начинается в Оренбурге, будет и отбор на Олимпиаду.